Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам, какие у меня раньше были клетки для кроликов. Это трехъярусные они получаются. Делал на координатно-пробивном станке. Вот где-то сетка еще осталась. Вот их много. Одна сейчас только задействована. И пойдемте покажу вам ее. Клетки хорошо себя показали, работают. И вот она, получается, стоит в три яруса. Первый, второй и третий. Вот тут такой самец сидит у нас. Сейчас дал всем сухарей. Послушайте, какой хруст стоит. Слышите, хрустят? Вот все сухари едят. Тоже хомячат все. Сейчас покажу наверху, как они тут. Так, отходи, что ты тут? Вот сухарики у них. Уже что-то хулиганит. Вот такие кормушки у них. Комбикорм там. И вот такие вот зайчики. Что-то упало у них там. Так, все, нельзя сюда. Вот это уже следующие подрастают под забой. Так что вот такие новости. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. До новых встреч.